Меню каждого россиянина должно содержать больше рыбы. Сейчас она на столах страны в явном дефиците, несмотря на то, что добывается внутри государства, отметили участники расширенного заседания профильного комитета. Дискуссия проходила с представителями Министерств сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности и торговли. Совместная работа должна довести норму потребления рыбы до рекомендованной Минздравом, заявил сенатор Александр Двойных. Мы знаем, что правительство и по нашим настоятельным рекомендациям сейчас подготовила дорожную карту по увеличению как раз потребления рыбы. Мы ждем ее принятия для того, чтобы дать, во-первых, свои оценки, а во-вторых, начать совместную работу, потому что какие-то моменты, возможно, потребуют и законодательного регулирования. Подробно обсудили парламентарии вопрос появления в регионах России мобильных станций мониторинга чистоты воздуха. Дело в том, что в последнее время люди стали чаще жаловаться на вредные выбросы в атмосферу. И такие станции помогут незамедлительно оценить состояние окружающей среды, отметил сенатор Александр Двойных. По итогу заседания принято решение поставить задачи, дать рекомендации регионам и продолжить следить за выполнением поручений президента в части охраны окружающей среды, подчеркнул парламентарий.